Казахстанцы не спешат сообщать о фактах нарушения их прав работниками сферы торговли. В профильное министерство поступило всего 10 жалоб на отказы принимать безналичный расчет в магазинах. Все обращения были перенаправлены по компетенции в Комитет государственного дохода в Министерство финансов Республики Казахстан в соответствии с пунктом 1.65 статьи Административно-процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан для всестороннего рассмотрения и принятия соответствующих мер. Напомню, с начала года в Казахстане изменились правила ведения бизнеса. Теперь больше 100 мобильных переводов могут расценить как теневой оборот средств. Поэтому все предприниматели должны либо отбивать фискальные чеки за наличную оплату, либо принимать безналичный расчет через посттерминалы или QR-коды. При этом, каким способом осуществлять покупку, клиенты должны выбирать сами. Однако люди жалуются, что продавцы не оставляют им права выбора, требуя только наличные. Отмечу, что за подобного рода нарушения бизнесменам грозит на первый раз предупреждение, а затем штраф в размере почти 150 тысяч тенге.